Ну, ребят, вот сегодня мы приехали вновь на первую площадку. И вы видите, что творится с домами, как сюда прилетают снаряды. Здесь очень-очень опасно, поэтому мы сюда приехали и привезли около 60, тоже там 57, по-моему, продуктовых наборов от фирмы «Август». Реально людям очень нетрудно выжить в таких условиях. Даже вот в магазин бывает, порой не выйдешь, вот видите, прилетает сколько. И большое вам спасибо. Да, и вот, представьте, все повыносило. Люди без стекол, без окон, заделаны вот пленкой, фанерами. Очень много попаданий. И поэтому мы именно таким нуждающимся людям помогаем выжить в трудную минуту. Спасибо вам, родные, спасибо фирме, спасибо всем, кто жертвует свои средства для вот таких людей, которые живут под постоянными обстрелами. Обстрелы сильно мучают. Да, боимся придут вот эти. Мы вот ждем, думаем, вот-вот, а не прекращаются. Вот стали они не совсем так плотно идти, ну. А на что надеетесь? На лучшее. На свои солдаты. Прекратят обстрелы сначала, а потом мир будет. Надеемся. Молодцы. Самое позже в 25-м году. А куда спешишь? Мы благодарны вам за все, да, что вы нам помогаете, нам легче выжить. Спасибо. Спасибо, конечно. Здоровья вам, благополучия.